Но Ирка, правда, здесь. Вот же жуть. Так, нужно в семейной части скинуть видео про Ирку. Пусть все посмотрят. Отправлено. Ну а что, мне теперь одной бояться. Пусть все знают про Ирку. Что? Славянская мифология? Ирка? Что еще за Ирка? Что еще за Ирка? Милан, что там, опять какую-то страшилку нашла? Надо глянуть, что это за Ирка такая. Боже ты мой. Мам, ты уже посмотрела видео про злой дух Ирку? Слушай, я включила, но там такая жуть, досматривать не стала. А я досмотрела. Как думаешь, а Ирка это правда, ну, существует? Ну, или это все выдумка? Кто его знает? Может и существует, но я предпочитаю жить в реальном мире. А вот мне теперь страшно. Даже просто по дому ходить. Вдруг Ирка придет. Ой, мне кажется, ты просто слишком впечатлилась этим сюжетом. Иди лучше мультики посмотри. Ладно. Не оборачивайся. Клянусь, мне только что показалось, что за мной следит злой дух Ирки. Милан! Пап? Милан, с тобой все в порядке? Мам, Ирка следит за мной. Я слышала, как он звал меня папиным голосом. Ирка? Да не Ирка, а Ирка, злой дух. Ирка может говорить любым голосом вашего родственника. Милан, хватит тебе уже, успокойся. Я тебе говорю, просто мультики глянь. И вообще, я запрещаю тебе страшилки смотреть. Ладно, мне надо успокоиться. И снять стресс. Сок будешь? Да, давай. Так, все, так и договоримся. Сейчас принесу. Милана, да что с тобой? Ирка в моем шкафу. Ирка, не существует. Успокойся уже, Милан. Сказки придумали для маленьких малышей, а ты уже вон, взрослая мадам. Но Ирка правда здесь. Милана. Ты мне не веришь? Если честно, то нет. Но давай так, ты побудешь со мной на кухне, пока я буду готовить. Всем будет спокойней. Да, давай. Пошли. Придумала себе тоже проблему на голову. Да, мама, я говорю правду. И все-таки я тебе говорю, все это выдумки. Почему ты меня не веришь? Сейчас нарежем яблочки, будет у нас шарлотка. Малыш плачет. На, помоги мне, нарежь. Я опять чувствую, он 100% меня следит. Блин, как-то в том видео было, как эту Ирку отсюда изгнать. Главное, без паники. Точно, нужно рассказать Ирке, что я всю деду расскажу. Ирка, я всю деду расскажу. Ирка, иди сюда. Всю деду расскажу. Ирка, отстань. Ирка, уйди. Ирка, где ты? Ирка. Папа. Папа, ты меня напугал. Я думала, это Ирка. Ха, кстати, я посмотрел про Ирку. Ну, я, кстати, такой не особо верю. Это, знаешь, больше так, детишек пугать. Мама так же сказала, но Ирка реально за мной следит. Слушай, согласно легенде, Ирка следит на улице в темноте,
Ну или как бы ночью. А мы дома сейчас днем, расслабься. Так что выпей сок и мультики посмотри. Ты снова говоришь как мама. Ну, мама права. Ирка здесь, говорю тебе. Ну и где твоя Ирка? Я что-то его вообще не вижу. Сейчас его здесь нет. Он следит за мной только когда я одна. Слушай, ну значит будем вместе ходить. Милана, я вообще-то тебя просила яблоко порезать. Блин, точно. Мам, прости, меня Ирка отвлек. Вот именно. Делом лучше займись и маме помоги. Мам, ну прости. Милан, ты опять вот эту вот чушь свою несешь. Успокойся, никакого Ирки уже не существует. Да я же верю ему, он правда существует, я уверена. Так, я Милан, слышу. Давай так. Ты идешь сейчас, читаешь книжки, и это будет явно полезнее. В этих ваших телефонах всякую чушь насмотритесь и не пойми, что потом делаете. Ты поняла меня? Все. Да Ирка, отстань от меня, а то я деду все расскажу. Может, я реально сошла с ума? И никакого Ирки нету. Дай мне водички, тоже пить хочу. What? Мама, я видела Ирку своими глазами, он на кухне. На кухне? Да, воду пьет. Еще скажи, чипсы ест. Может быть, и ест. Да, мам, Ирка правда там. Ой, Милан, тебе пора на свежий воздух. Да там он, там. Куда ты меня ведешь? Ну и где твой Ирка? Мам, он был тут. Он меня воды просил налить. Я тебе правду говорю. Милан, ну, зашел попить воды и ушел. Жалко, что ли? Мам, это не смешно. Ирка правда здесь. Все, успокойся. Давай я попрошу папу проверить дом. Может, это просто кто-то над нами прикалывается. Короче. Брат, за что? Я проверил весь дом. Нигде нету вашей этой Ирки. Спите спокойно. Милан, ну вот видишь, никакой Ирки нет. Можно не беспокоиться. Да я видела его 100%. Почему вы мне не верите? Да что ты все заладила? Ирка, Ирка! Милан, тебе просто надо свежим воздухом пойти подышать. Я то же самое ей говорю. Так, все, давай бегом на улицу. Глупый Ирка. Думает, я его не замечаю. Да отстань ты, я деда позову. Вот и правильно, вали отсюда. Может, мне и правда все мерещится? Вот он где, сейчас я всем докажу, что ты существуешь. Да куда он опять пропал? Ну погоди, я за тобой буду следить. Ирка, Ирка, выходи. Ирка, Ирка, выходи. Вот он ты где? Ты где? Теперь я тебя точно поймаю. Милан, ты что двери ломаешь? Успокойся. Ирка только что сюда забежал. Слушай, мы это уже обсудили. Нет никакого Ирки. Ну и куда он делся? Мне кажется, в этом доме уже пора интернет отключать. Совсем с ума подсходили. Но Ирка точно сюда забежал. Милан, вот ты сказочница, а? Так, что-то мама звонит. Алло. Слушай, ну что, классно мы Милану пранканули, да? Ты отлично Ирку сыграл. Вот ну что, пранкуете, значит? Ну, нам скучно чуть-чуть стало. Я решил Иркой побыть. Ну, держись.
Я просто решил пранкануть! Я тебе говорю, тупой пранк! Слышал у вас! Я успокойся, а! Папа решил побыть Эркой, а я побуду папой. Милан, ну вот видишь, никакой Ирки нет. Да я видела ее, его, их. Не знаю. Не знаю. Ой, вот где твой... Был... Где твой Ирка? Он был тут. Ты издеваешься? И вообще, я запрещаю тебе страшилки смотреть.